Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт» могут вновь провести в Югре. И вообще сделать это постоянной традицией. Такая инициатива прозвучала во время чествования югорских атлетов в колледже-интернате Олимпийского резерва. В Ханты-Мансийск с рабочим визитом приехал президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков. На встрече вручили государственные награды за большой вклад в развитие адаптивного спорта. Отмечу, в ближайшее время в округе пройдут всероссийские соревнования по горным лыжам и пароснуборду. А также впервые организуют турнир по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, югорчане блестяще выступили и на летних играх «Мы вместе спорт», которые проходили в Сочи в начале октября. Наш регион представляли 32 атлета. Сборная завоевала 36 медалей, в числе которых 13 золотых, и заняла 8 место в общем зачете среди 78 команд. Кроме того, наши паралимпийцы установили несколько рекордов. Еще раз хочу подчеркнуть очень важную о вашей миссии. А вот вы, может быть, и не знаете об этом, может быть, и не догадываетесь, и никогда не считали так, а просто преодолевали, просто жили, просто стремились к тому, чтобы сделать свою работу замечательно. Но в действительности это миссия, в которой вы успешно справляетесь, и я приношу вам огромную благодарность. Спасибо вам большое. От меня, всех югорчан. Самым высшими соревнованиями для наших ребят-паралимпийцев со всеми преференциями, материальными, моральными, сделать эти игры. Летние и зимние паралимпийские игры. Причем на ближайшие зимние игры мы планируем проводить в сезоне 2023-2024 года. Мы продолжим эту славную традицию, мы будем очень вам благодарны.